канале ТКФК ТВ. И сегодня буду снимать новый сериал, который будет называться «Переезд». Надеюсь, вам это понравится, и вы поставите лайк, и не забудете подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы узнать, когда будет продолжение этого сериала. Ну что, поехали! Доченька, доча, родители, подойди сюда. Да, мама, да, чего ты меня звала? Что-то случилось? И почему здесь наши вещи, точнее мои, и кошка наша? Доченька, у меня произошли небольшие проблемы. Что случилось, мам? Как бы тебе объяснить? Я... Ну, ты уже взрослая девочка, и как бы у меня произошли там проблемы с принцессой Селестией. Там, ну, короче, это взрослая проблема. Так что вам с сестренкой придется на время переехать к вашему отцу. Заодно вы с ним увидитесь. К отцу? Но мы так давно не виделись, я даже не знаю, мам. Поверьте, так будет лучше. Так, скажем, я быстрее решу все проблемы. Не бойтесь, совсем скоро вы опять вернетесь ко мне, и все будет хорошо. Ну ладно, я не знаю. Поверь, милая, я тоже не хочу, чтобы вы уезжали. Ну, так надо. Ну, хорошо, ладно, тогда... Тогда насколько мы едем, и как я буду ходить в школу? Не бойся, твоему учителю сказал, что ты не будешь ходить в школу. Твой папа позаботится о том, чтобы у тебя было домашнее обучение, к тебе приходили учителя. Да? Да, доченька. Я не знаю, сколько это, так скажем, протянется по времени. Ну, наверное, где-то, может быть, месяц. Это минимум. А максимум? 3 месяца. Да, это не очень приятно. Доченька, пойми, я очень понимаю, как тебе будет, возможно, неудобно, но я тут тоже не буду отдыхать. Я, конечно, пыталась найти другие варианты, но это единственный вариант. Ну ладно. Ты не расстроена? Нет, нет, я... все хорошо, да. Вот и замечательно. Тогда давайте я вас провожу. Вы поедете на поезде к вашему отцу. Там вас встретит он. Или его какая-нибудь там, не знаю, там подданные. Не знаю. То есть он сам нас не встретит? Доченька, я не знаю, получится ли у него встретить вас. Он ведь тоже работает. Понятно, что ничего не понятно, но хорошо. Я вам собрала вещи, которые вам пригодятся в него. Твоя любимая игрушка Флёри Харт и ваша кошка любимая. Ну, мам, я думала, ты позаботишься о кошке. Прости, дочь, у меня совсем не будет времени, чтобы разбираться с кошкой. Ну ладно, хорошо. Я готова. Все, тогда чудесно. Пойдемте, я вас отведу до поезда. Пойдем. Так, вот мы и пришли. Все, ладно, девочки, я не могу, мне пора. Я вам позвоню, когда вы приедете вечером. Ладно, мам. Все, пока. Пока. Что происходит, сестренка? Почему мы должны уезжать? Что-то случилось? Не бойся, все будет хорошо. Главное, что мы с тобой вместе. И мы увидим папу, поэтому все хорошо. Я надеюсь. Да. Прибыл поезд к станции.
станции Понивиль. О, наш поезд! Ай, ау! Ладно, думаю, нам уже пора. Уважаемые пассажиры, просим вас поторопиться. Поезд отъезжает через 10 минут. А, поезд отъезжает через 10 минут? А, быстро, идем. Ну что ж, поехали. Да, вот мы и приехали. Называется хорошая остановочка. Ладно. Что-то мне кажется, или нас никто не пришел даже встречать. Да почему же все так ужасно? Блин. Дверь закрылась, да что же такое? Ваше Высочество, Ваше Величество, я... Да что же с этой дверью еще происходит? Ваше Высочество, я пришла вас встретить, да что же за... Ой, сестра, ты в порядке? Да, я в порядке. Ау. Мне кажется, или ты кого-то еще сбила? Да, кажется. Ваше Величество, я... Я... Так, пришла вас встретить вместе с сестрой. Меня послал ваш отец. У него как бы мало времени, и... И он не может нас встретить, я правильно полагаю? Да, он очень много работает, но зато я пришла вас встретить. Пойдемте, я вас провожу до вашего дома. Но зато он скоро придет, точнее через 30 минут, и покажет вам все в доме. А я буду вашей верной слугой, вы можете ко мне обращаться по всем вопросам. Ладно, хорошо, как вас зовут? Обращайтесь ко мне просто, мисс Коко. Хорошо, мисс Коко. Ну, можно и просто Коко для вас. Коко, вы не поможете нам с вещами? Конечно, я вам помогу. Так, ай, падаю. Все, идемте тогда. Вы сможете донести там коляску вашей сестры? О, да, конечно, смогу. Я уже... Мы дошли? Да, ваше высочество, величество, да, мы дошли. Так, я пока оставлю здесь вашу сумку, вы не против? Нет. Так, ну что ж, вот замок вашего... отца. Ух ты, он гигантский. Он двухэтажный, я же права? Да, здесь есть даже небольшой третий этаж. Ух ты, он шикарен. Да, раньше здесь жила еще и ваша мать вместе с вашим отцом. Да, я знаю. Ух ты. А вы знаете, что мы здесь будем целый месяц? Да, мисс... Или как вас? Мисс Флорихард? Ну, можно просто Флори. А, мисс Флори... Да, вы здесь будете где-то месяц. Я об этом уже знаю. Ух ты! Это здорово! Так, а что касается вас... Будущая правительница, мисс Рарити. Можно меня просто Рарити? Не люблю, когда меня так называют. О, как скажете, ваша мисс Рарити. Для вас мы, ну, точнее, ваш отец нашел
вам хорошего учителя. Он будет завтра, придет к вам завтра. Так что ваша учеба начнется с завтрашнего дня. Хорошо, прекрасно. А где наш отец? Девочки. А? Продолжение следует. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. И всем пока. 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 Лайки меня, лайки меня.